Маня, а теперь расскажи мне, пожалуйста, смотри на меня. Смотри на меня. Расскажи мне, пожалуйста, во-первых, не надо из себя делать несчастную. Рия, сидеть. Ты тоже наказана. Сидеть, иди сюда. Иди сюда сидеть. Давай садись. Садись и слушай. И ты, подруга моя, слушай. Скажи мне, пожалуйста, что вы натворили там? Маня, на меня смотри, я ругаюсь. Не закатывай, посмотри, она мне глаза закрывает. Маня, на меня смотри. На меня смотри, посмотри, как свиньи, две свиньи, одна и вот вторая. Вымазали, зачем вы в ту грязь лезли? У вас прекрасный дом, прекрасный вольер. Зачем вы в грязь лезли обе? Обе, зачем в грязь лезли? Скажите мне, пожалуйста. Обе лезли в грязь, как две свинюхи какие-то. А ты зачем там копала опять? Что ты там копала? Скажи мне, папа придет, будет ругаться. На меня смотри. Бессовестные две. Две бессовестные. Одна... На меня смотреть обоим. Рия. Рия. Устала уже, ложится. Посмотри, какая. Иночке покажу, какая ты грязная. Фу. Че вы в той грязи копались? Две несчастные собаки. Вон, сейчас будет... будут кушать творог. Обе будут кушать творог. Им плохо живется. Им плохо живется этим двум красавицам. Теперь, дорогие мои, я вас сейчас закрою прямо в вольере. Бегать не будете, раз вы как свиньи в этой грязюке болтаетесь. Вы собаки или свиньи? Скажите мне, пожалуйста, обе. Обе сидят. Пошли кушать. Фу, бессовестная девчонка.